На счету каждая минута. До места преступления группа задержания должна добраться в кратчайшие сроки. Согласно легенде, в одном из зданий сработала тревожная сигнализация. Прибыв на место, первым делом полицейские обследуют территорию. В считанные секунды на задержанного надевают наручники. Теперь главное – тщательный досмотр. Бывают ситуации, когда физическая сила и оружие неэффективны. В ход идут знания психологии и законодательства. Это обычная работа. Ничего сверхъестественного здесь не произошло. Я сказал бы, что в жизни даже чаще встречаются ситуации, которые требуют большей выдержки, самообладания или физической силы. Участие в конкурсе профмастерства приняли 15 групп задержания из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и других городов и районов области. Соревнования прошли в два этапа. Участники показали мастерство рукопашного боя, а также в огневой подготовке, вождении автомобиля и задержании преступников. Еще есть с чем работать, и мы, как говорится, не расслабляемся. И в данном случае есть лучшие, есть худшие. Есть и недостатки в работе, но, по крайней мере, за последние 3 года ни одной кражи сохраняемого объекта и квартиры у нас не допущено. Ежесуточно на дежурство в Самарской области заступают 150 групп задержания. Под охраной ОВО находится более 28 тысяч объектов. По итогам все участники получат грамоты, кубки, а победителям полагаются денежные премии и новенький патрульный автомобиль. Павел Баймаков, Павел Пресняков. События.